Всем привет, дорогие друзья! Решил записать еще одно видео на компанию Goal Bonanza. Goal Bonanza, как вы видите, вот и сейчас на их главном сайте уже начала свое ICO, и они как бы планируют, вот их сумма уже 861 тысяча долларов собрана, а это больше половины от их максимального каба, который у них в размере 1,5 миллиона долларов. В общем, 11 дней до окончания, вот он таймер, 11 дней, 22 часа, почти 12 дней. И я надеюсь, это, в принципе, так и будет, они приблизятся к своему максимальному капу, возможно, его достигнут. Что такое Goal Bonanza, я вам сейчас вкратце объясню. Это платформа для ставок на футбол, которая основана на блокчейн-технологии. Токен их будет на эфириуме ERC-20. В общем, выделяют они всего на баунти, на краудсейл 1 миллиард токенов на ICO. В общем, максимальный кап это 50 тысяч эфириума. На баунти 25 миллионов токенов будет выделено. В общем, что можно еще посмотреть? Давайте посмотрим white paper. Их я открыл. Вот 38 страниц white paper. Я его обязательно оставлю в описании. Вот русскоязычный. Goal Bonanza – это саморегулируемая платформа для ставок на футбол с блокчейн-технологией, основанная на токене стандарта ERC-20, как я уже сказал, который предлагает совершенно свежий новый футбол, сочетающий в себе лотерею, например, массовую ставку на 10 возможных финальных исходов футбольного матча, где люди сами управляют потенциальными доходами, в отличие от традиционных букмекеров и биржевых ставок, которые предлагают непривлекательные коэффициенты и низкую прибыль. Чем больше людей, тем больше потенциальная отдача, которая легко достигает 6 цифр, чтобы было понятнее. В общем, представьте себе 100 тысяч долларов на победу, плюс возвраты по 1 доллару с каждого успешного предсказанного окончательного исхода на футбольный матч. То есть Goal Bonanza, и это все еще не все. В общем, они предлагают более выгодные условия, чем сейчас в существующих всяких там букмекерских конторах и компаниях. В общем, они предлагают это все делать гораздо удобнее и с гораздо большим коэффициентом. И не просто ставить на какую-либо команду, а тут целая лотерея, вы можете предсказывать исходы 10 матчей сразу одновременно и получать, умножать свою прибыль. Вот здесь все написано, ключевые фигуры рынка, как бы тут интересный white paper, такой красочный, в основном это книги, white paper просто бумаги, а здесь тут все, схемы, таблицы, сравнения, вон на футбольных командах, все понятно и доступно. В общем, скачивайте white paper, я думаю, большая аудитория будет у этого проекта Goal Bonanza, он актуальный очень, так что всем я его рекомендую, тем более он уже можно его охарактеризовать как в принципе удачный, так как больше половины общей суммы было собрано, это очень-очень хорошо. Вот информация о токенах, бонусы, скидки на стадии пресейла, выпущено 1 миллиард Goal, в общем, информации достаточно, сайт сделан хорошо, перевод хороший. Вот видеоролик, что такое Goal Bonanza, обязательно посмотрите. Что еще можно сказать? Можно зайти на Bitcoin Talk ветку, вам показать ее. И чтобы вы приняли участие в баунти компании. Вот Bitcoin Talk веточка, я ссылочку на нее оставлю в описании. Тут та же, в принципе, информация, что и на сайте. Вот, встречайте нашу команду. Команда проекта Goal Bonanza. Партнеров большое количество видим. Известные партнеры. Дорожная карта октябрь 17 и до 2020 года все расписано. Вот, таблица баунти. Компания переводов, Twitter компания, Facebook компания, подписная. Ну, все по стандарту. Также компания статьи, блоги, видео компания. Всем рекомендую, принимайте участие в проекте Goal Bonanza, скачивайте white paper, ссылку на него я оставлю в описании. В общем, проекту я желаю удачи и все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!